Всем привет! И в этом видео мы рассмотрим модель погрузчика в масштабе 1 к 43 от производителя Honeywell. И, к сожалению, на модели не указан производитель типа данного погрузчика. Но, тем не менее, хорошо выполнена модель. Сама красная часть модели изготовлена из металла, все остальные элементы изготовлены из пластика. И единственный недостаток данной модели – это ее колеса. Они полностью изготовлены из пластика. Я свои колеса немного доработал краской, раскрасил отверстие и сделал имитацию протектора на колесах, потому что изначально колеса не имели протектора, и модель смотрелась очень просто. Модель имеет подъемный механизм, также изменяется угол наклона. Как видите, модель покрашена в красный цвет. Сзади имеется выхлопная труба. И в целом очень интересный погрузчик, и он хорошо вписывается в тему, если у вас есть грузовые автомобили, и вы хотите сделать небольшую диораму, то обратите внимание на данного производителя. Он идет в такой же коробке, как и модели в масштабе 1 к 43. И это был обзор погрузчика в масштабе 1 к 43 от производителя Honeywell. И спасибо за внимание, и увидимся в следующем видео.